нам увлажнить кожу изнутри, нам нужно хоть как-то в нее проникнуть. Если мы не готовы пока что делать инъекционные какие-то методики, то есть мы можем без повреждения кожных покровов ввести гиалуроновую кислоту, микроэлементы, аминокислоты, витамины, все, что нам нужно для метаболизма в дерме. В эстетической медицине есть методики радикальные, исправляющие видимые недостатки, а есть уходовые и профилактические, которые улучшают цвет лица, состояние кожи и внешний вид в целом. Альтернативой сывороткам и кремам, работающим на поверхности, и уколам, вызывающим травматизацию и стресс, становятся высокотехнологические методики, в их числе безинъекционная мезотерапия. Мы используем швейцарские технологии, это наносомальные, липосомальные сыворотки. То есть в чем тут смысл? Мы, не прикасаясь к коже, с помощью манипулы, из которой идет сверхзвуковая волна кислородная, с распылением этой самой сыворотки. То есть мы внедряем эти молекулы через кожу и получаем эффект высокого проникновения. То есть если мы иголочкой при биоревитализации заходим где-то на 3 мм вглубь, то в данном случае 3,5-3 мм мы получаем за счет именно вот этой технологии. В арсенале доктора несколько вариантов различных сывороток и мезококтейлей, которые подбираются в зависимости от возраста и состояния кожи. Сама процедура длится около получаса. Чувствуем, да, воздушная волна, она такая, в общем-то, не страшная, приятная, да? Никаких болевых ощущений у нас нету. В данном случае мы не получаем травматизации на лице. Процедура приятная, даже получаем еще лимфодренажный массаж. То есть у нас и микроциркуляция улучшится, и проникающая способность хорошая. После этого у нас нет реабилитационного периода. Мы не ходим с покраснениями, с папулами, с какими-то раздражениями на лице. Мы отсюда уходим, мы можем эту процедуру использовать как флеш-процедуру перед каким-то мероприятием. Или, если это нам необходимо, то есть вот быстрый эффект получить. Это как раз будет процедура выбора. А для того, чтобы здоровый цвет лица и эффект увлажненности был продолжительным, необходимо пройти курс из 6-8 процедур.